Георгий Черданцев. С вами будут сегодня смотреть этот матч. Всем привет! Прессинг будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но, может, им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры. Вот Ливерпуль. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Генич и Георгий Черданцев с вами будут сегодня смотреть этот матч. Всем привет! Прессинг будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но, может, им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры. Вот Ливерпуль. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Генич и Георгий Черданцев с вами будут сегодня смотреть этот матч. Всем привет! Прессинг будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но, может, им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры. Вот Ливерпуль. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Бейсбола, гольфа и американского футбола это расстояние покороче. Всего полмили. Лукас. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыгран. Почти подошли к воротам, но защитник на чеку перехватил он эту передачу. Хорошо мяч перехватили в атаке. Навес не получился. Мяч будет введен в игру ударом от ворот.